во зрение. Сегодня я вам покажу три удивительных видеосюжета, которые люди не верят до сих пор. Мы уже давным-давно охотимся за необычными явлениями, а самое главное – за НЛО. Иногда у нас получается заснять, а иногда вообще ничего не получается. Но сегодня я вам покажу, а решайте сами, правдивость этих видеосюжетов зависит от вас. Этот видеосюжет мы засняли не так давно. Удивительно то, что множество людей убегают с этого места. Ну, буквально. Вы сейчас наблюдаете за необычным, а самое главное за гигантским НЛО. Этот НЛО находился около 2 часов в этом месте. Что удивительно, люди не думали, что так вообще случается, да и бывает. Координаты я говорить не буду, и где это было снято. Также это секретно, ибо то, что вы сейчас наблюдаете, может быть, изменит вашу жизнь. Много людей задавали один и тот же вопрос, откуда они и почему они прибыли на нашу планету. Есть множество интересных и не странных видеосюжетов, которые считают, что НЛО не прилетали, а находятся на Земле уже давно. Это мы сами внушаем, что НЛО прилетает на нашу планету. Но есть много других интересных факторов, которые вы, наверное, не знали. Эти факторы зависят от информации того, что вам поступает. Допустим, вы смотрите фильм, вам он нравится, но вам в новостях показывают совсем другую информацию. Например, посмотрели вы фильм, а тут бац, и говорят, что это неправда. Вы верите им, потому что это новость. Сегодня речь идет о том, что скрывается на Земле и в небе. Множество интересных явлений, как утверждают ученые в космосе, да и на Земле, считают, что это все-таки провал разработок людей. Но на самом деле по всему миру находят очень интересные ископаемые. Вы не поверите, но то, что мы с вами сейчас видим, это не концовка, а только начало. Вы представляете, если вы остановитесь на раскопках, вы будете недовольны. В общем, вам не дают дальше копать, чего вы хотите. Так же и с НЛО. Вы заметили, но вам не дадут дальше или развивать информационную такую сообщество, или просто-напросто вас затухнут. Но это бывает очень часто. Множество интересных явлений, которые вы наблюдаете сами, вы не можете предоставить какую-то иную информацию, а именно ту информацию, которую вы пытались доказать своим родственникам или близким людям. Но кто-то будет считать, что раздвоение вашего необычного общения с ними будет ограничено после того, если они вас не поймут или вы их не поймете. Есть множество интересных видео, которые мы успели заснять. Эти видео вы видите на своих экранах. Они не просто дают какой-то необычный знак, а предупреждают о том, что они еще есть. И в том плане, что вы привыкли думать, что их не существует, они редко, а может иногда часто показывают себя, чтобы вам напоминать о том, что они тут есть. Но есть и те, которые даже люди могут видеть в реальности НЛО, а после этого прийти домой и промолчать, и не сказать суть правдивости, то сразу раздвоение той информации начинает уходить. Такой был случай и с нами, когда мы ездили в один необычный лес заснять аномальную такую ошибку, можно так сказать. Когда мы приехали в лес, то у множества у наших людей и у этого товарища начала проблема с телефоном, да и с всей техникой. Оказывается, под нами находилось необычное НЛО под землей, которое выдавало, вы не поверите, магнитный сигнал. В общем, вся наша техника была уничтожена. Но доказательств того, что под нами НЛО было, мы не могли никак сделать.
Во-первых, когда магнитные бури происходят, то вы ни в какие ворота, ни компас, ни какие-то специальные приборы не найдут НЛО. Это такая помеха, которая всегда скрывает реальность от нереальности. После этого он приехал и рассказал, что у него накрылся телефон, и всем, кем он встречался, говорил, что никакого НЛО не существует. Но суть дальше произошел с ним другое. В другой момент он сам лично приехал в это место на раскопки. И вы не поверите, на него напали дроны. Дроны НЛО. Он, наверное, думал, что под землей находится какой-то город, а может и золото, ибо все искатели находят что-то ценное и теряют что-то ценное. Что я мог, дорогие зрители, вам рассказать и показать, вы видите сами. Но если вы хотите полные видеосюжеты без обрезки, то переходите на другой канал. Есть Уфология. НЛО. Уфология. В общем, дорогие друзья, всем удачи и пока.